Он родом из Азербайджана, а погиб, защищая Украину. В Сватово провели в последний путь бойца АТО Сахиба Атакишиева. Попрощаться с военнослужащим, которого все сватовчане считали своим земляком, пришло около 1500 горожан. Сватово в трауре. Приспущены государственные флаги на центральной площади, почетный караул и сотни горожан. Они пришли проститься со своим земляком Сахибом Атакишиевым, который погиб возле Авдеевки 13 марта. Кажут, что рикошетом от бетона откочила пуля 7,62. Попала под ключицу, под бронежилет и наробила своих там дел. Ну, снайперская пуля. Я его знаю давно, знаю как приемную людину. Він азербайджанець, не місцевий. Сахиб, говорят его знакомые, очень скучал по Азербайджану, откуда приехал в Сватово в начале 90-х. Украину считал второй родиной. За ее независимость пошел воевать в июне прошлого года. Был механиком-водителем горно-штурмового взвода. Людина, яка має честь, мала гордість, оту кавказьку. Спи, воїн, спокійно. Ми тебе ніколи не забудемо. І хай буде проклята та війна. Большинство сватовчан запомнили погибшего как успешного предпринимателя, приветливого и чуткого человека. Некоторые только сейчас узнали, что он уже почти год служил в АТО. Был предприемцем, было тяжко, все было тяжко, але він все, достатки був, все, він все покинув, він пішов захищати, щоб утелихо не прийшло на Святівщину. І покинув він нас. Осиротіла сватівська земля. Воєнослужащі на руках несут гроб з тілом героя по центральній вулиці міста. В Сватово у погибшего Сахиба Атакишиева остались жена и четверо детей. До своего 50-летия он не дожил меньше 2 месяцев. Юлия Щербак, Пудия.